уже земпроект готовили полностью, сделали уведомление, что будет сносимо. То есть это поперечный у нас, это мост будет. Это через Бадамку? Это через Бадамку. Полностью вот эти объекты. Сейчас мы... Сейчас, в общем, так. Сейчас прям сейчас людей будоражить не надо, что завтра там, снос начнется, да? Это предусмотрено генпланом же. Генпланом. Поэтому надо еще раз внимательно изучить все. Конечно, это понятно, что вот это у нас улица, которая на Ташкент идет, да? Вот она. Вот она, Ташкентская. На Ташкент. Да. Она всегда у нас полная. Полная, да? Вот здесь у нас пробки. Да. Ну, как бы горлышко получается. Да. Здесь со стороны Ташкента. Если мы Кунаеву вот так пробиваем, она параллельно параллельную. Идет, и она соединяется на трассу. Ташкентскую трассу. То есть здесь общая протяженность 25 километров получается. Ну, здесь плюс в чем? Плюс в том, что мы ветхое жилье все убираем и строим там новое жилье. Новое жилье. И люди получат там новое жилье. Плюс в том, что мы разгружаем эту улицу. Улицу, да. Потому что теперь... у нас единственный заезд со стороны Ташкента, со стороны Казурского направления. Здесь уже будет два заезда. Давайте вот так сделаем. Надо будет где-то в январе такое небольшое совещание провести. Все заинтересованные госорганы собрать и посмотреть. То есть мы должны там... Когда... Мы это все будем начинать, в каком году, и так далее, чтобы рассчитать бюджет. Все понятно. Сносим. Поэтому сейчас людей будоражить не надо о том, что там скоро сносить все это. Это проект как бы на перспективу. Вообще, согласно геймплану, было 60 метров. Это 426. Потом мы... Естественно, сузили дорогу, проект переделали на 40. А вот эта дорога сейчас сколько? Здесь у нас, вот это у нас 42 метра. Ну, вот это будет продолжаться, да, правильно? Вот это будет продолжаться. Вот такое. Но согласно геймплану было... Вообще, в будущем улица Кунаева, это будет таким променадом и центром старого города. Вот у нас будет новый Шимкент-сити, который мы сейчас со следующего года начнем. Там, подводить инфраструктуру, и первые объекты пойдут. А улица Кунаева – это сердце старого города будет. Здесь и архитектура. Сами горожане этого хотят, чтобы сама архитектура сохранила тот, показывала, что Чимкент – это древний город, что имеет свои традиции особенные. Поэтому Кунаева – это в перспективе тоже очень большой проект нашего города. И одна Кунаева является и должна стать одной из самых таких красивых и современных, но с учетом наших традиций, истории, улицы. Вот так должно. Понятно. Все, да?